3 года. Зеленые все. После. Да, не говори. Да я вчера пермамент удаляла. Они теперь, наоборот, яркие из-за того, что приподнялись. Чешуйки. Зеленые. Да я вот молодая, хотя уже 5,5 лет оттарабанила. О, завязывай, блин, меня так этот раздражает. Еще когда мне говорят про это, меня вообще это раздражает. Так хотя бы я внимания особо не обращаю. Что теперь поделаешь? Если решила удалять, значит, придется потерпеть, побыть чуть-чуть с такими бровями. Сестра Гиви. И вообще у меня просто сегодня глаза не накрашены, они блеклые, поэтому брови на таком фоне кажутся темными. Тогда они мне вообще-то к цвету волос подходят, ясно? Привет. Спасибо за красивый голос. Да не, реально, я тоже вчера, когда удалила, они наоборот были светлые, а сегодня что-то прям потемнели. Ну, так должно быть. Я вообще думала, что я вчера приду, у меня так раз-раз, и все, и больше не надо будет ходить, а оказывается, еще 5 раз надо ходить. Это 5 месяцев мне страдать. Процедура такая не очень приятная, больноватая, но быстрая. Все по фэн-шуй. Конечно. Да блин, а вот я в свое время сделала пермоментные брови, а теперь вот удаляю. Зачем делала, да, спрашивается? Деньги выкинула, теперь надоело, решила удалить, чтобы свои были. Все красиво. Я на работе постоянно девки говорят, Анжелика говорит, раньше с наручными ресницами, с темными волосами, сейчас чем старше, тем все это ближе к естественности. Привет. Еще раз. А жена у тебя, Тима, жена у тебя кто? Тоже медик или нет? Так, ребята, сейчас я чай налюсь. Анатолий Александрович, вы все ответили? Да. Признавайтесь, все ответили. Да. Желчный у вас? Желчный, кожа и гусь. А, 2 вчерашних и 1 желчный сегодняшний, да? Как это нет? У меня желчный за сегодня не отвечен. Желчный за сегодня не отвечен. За сегодня желчный и эндоскопия только не отвечены. А, ну вы сейчас, наверное, ответили, да, ему? Что это пропустила? Она же видно, о, прикольно. Губы, грудь, пух, сразу сделала. Проводница, я понимаю. Зачем? Кому не нравится, как говорится, никого рядом не держу, не держим. Это ж потом последствия.
Это потом все последствия, потом портится фигура. А если еще некачественно сделают, так вообще. Так что. Я не знаю. Я сама училась вообще в 42-й школе и в интернате. Вот, да что ты такое говоришь? Тоже бывают вон всякие прыщавые, угрявые, с угрями, ростиком мелкие, жирные, вонючие, красивыми рождаются они. Ну да, можно сказать, с рабочего. Там жила я до 6 класса. Потом не жила, короче, там. А какого года? Мне 27. 96-го. Так, короче, ребята, я сейчас перезапущу эфир, потому что у меня тут фигня вылезла. Перезайду сейчас. О, все, вроде бы все нормально. 90 день старше меня. На этом году 97-го. Пока меня не было, тут уже ТикТок оповещание мне, что не появляюсь в экране. А женился во сколько? Ну, согласна. Могут быть, знаешь, 35-40 тупоголовые мужики. Нет, не слышала вообще такого, где это. Это, наверное, так, что-то написали, буркнули и все. Что за бред-то? Ага.